Так, хорошо, ребят. Три упражнения на пресс. Сейчас опять мощно прокачаем пресс. Пресс вам нужен для того, чтобы держать удары, чтобы для ваших внутренних органов было не достучаться. Или чтобы, когда вы любите поесть, и после этого пузо вываливается. Поэтому стенки живота у нас должны быть мощными. Сейчас первое. Это скручивание, то, что мы делали. Хорошие скручивания. Мне они очень понравились, потому что мы регулярно качаем пресс, и он уже не болит. А после вот этих скручиваний, реально вот эти вот косые мышцы очень хорошо я прочувствовал, поэтому мне сейчас хочется чаще вот эти скручивания делать. В общем, с хорошей амплитудой скручиваемся. Не вот так, не вот так, а так, чтобы... Вот, смотрите, меня заносит, и тем самым вот коса мышца хорошо задействует. Все, хорошее скручивание, 45 секунд. После этого прямые мышцы живота, прямой пресс. Это роли, понятно. И после этого такая статика. Смотрите, с гантелями. Оп, голову подняли, все, у меня уже пресс в напряжении. И отсюда легко выбрасываем прямые удары. 45 секунд, заодно и разогреваем плечевой пояс. Все, вот такие вот три упражнения. Приготовились. Таких три круга. Наша такая разминка. Три, два, один. Погнали. Раунд один. Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд два. Один. Перерыв. Три, два, один. Раунд три. Три, два, один. Перерыв. Let our hearts call it a day. But before you walk away. Три, два, один. Раунд четыре. Good.
два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд пять. Три, два, один. Раунд шесть. Один. Перерыв. Последний круг. Три, два, один. Раунд семь. Два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд восемь. Три, два, один. Раунд девять. Три, два, один. Перерыв.
два, один. Раунд 10. Хорошо, ребят, следующий у нас комплекс из 5 упражнений с гантелями. Берем гантели. Помним, я вам видео Петра Яна показывал. Все то же самое делаем. Первое упражнение. Вращаем плечи вверх-вниз. Вверх-вниз. 45 секунд. Я, кстати, 3, взял гантели. 2, 1. Перерыв. По 3 килограмма. Так что у кого нет полтора, можете и по 3 брать. Первое упражнение, второе упражнение. Руки напротив пупка и хорошенько раскрываем грудную клетку. 3, хорошенько 2, раскрываем грудную 1. Клетку. Раунд 11. И следующие 3 раунда простые. Первый раунд просто бьем прямые. Второй раунд бьем апперкоты. И третий раунд бьем боковые удары. Все. Вот такие вот 5 раундов с гантелями. Всего 5 минут. Приготовились. Три, два, один, погнали. Раунд 1. Все, вращаем плечи. Раунд 2. А по небу бегу, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может наш дух, это может нам поют твои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. 3, 2, 1. Перерыв. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Радость полными застольями. 2, 1, раунд 3. Станем выпьем, и за всех помолчим. Месяц полон, мир шатается, язык, ноги заплетаются. Вспомним, скажем брат брату нужные слова. А по небу бегу, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может наш дух, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. 3, 2, 1. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. 3, 2, 1. Раунд 4. Нашла коса на камень, идет война на память лет.
Три, два, один. Перерыв. Нашла кошатка камень, идет война на память тебе. Три, два, один. Раунд пять. С югопомными вагонами, с золотыми погонами гордо дуют молодые ветра. Три, два, один. Перерыв. Отдыхаем. Три, два, один. Раунд шесть. Хорошо, ребятки. И последнее. Потянули ноги. Четыре минутки тянем ноги. Переднюю часть бедра и заднюю часть бедра. И после этого... поработаем на скорость. На скорость руками, на скорость ногами. И три раунда у нас будет, точнее, три фишки на мешках. Приготовились. Переднюю часть бедра тянем. Погнали. Раунд 6. Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд семь. Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд восемь. Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд девять.
Три, два, один. Перерыв. Так. Три. Все, ребятки, разминка закончена. Сейчас у нас будут взрывы. Все как на прошлых тренировках. У нас задача за 30 секунд нанести 104 удара. Это наша цель. Я пока с гантелью 1,5 килограмма нанес 96 ударов, мой максимум. В общем, с гантелью берем и вторую руку пришили. На ногах мини-топтание и на месте стоим. Не надо бегать, летать по рингу. На месте стоим и задача отстрелять в полную амплитуду. Не вот так, а в полную амплитуду 104 удара. В общем, 30 секунд одной рукой. 30 секунд отдых, 30 секунд другой рукой, отдых. И потом то же самое с мидл-киками. Гантели убираем, мидл-кики. Задача за 30 секунд максимальное количество мидлов ударить одной ногой и потом другой ногой. Готовимся. Сейчас я воду глотну и погнали. На скорость. Все просто, ребят. Хотите бить быстро? Вы работаете под нагрузкой, потом без нагрузки ваши удары быстрее и сильнее. Поэтому вот мы сейчас с гантелью будем на скорость работать. Так, сейчас таймер поставлю. 30. Приготовились. 3, 2, 1, старт! Поехали! Раунд 1. Все, бьем. Три, два, один. Перерыв. Три, два, один. Раунд два. Три, два, один. Перерыв. Снова 96. То же самое ногой. Три, два, один. Раунд три. Три, два, один. Перерыв. Ногой 48. Три, два, один.
Раунд 4. Три, два, один. Перерыв. А на вторую 47. Ребят, повторяем рукой на скорость, только без гантели. Пустой рукой сейчас. Три, два, один. Раунд 5. Три, два, один. Перерыв. Фух, 109. Тяжело планку держать. 109. Три, два, один. Раунд 6. Три, два, один. Перерыв. На левую 109, на правую 108. Все, ногами. Три, два, один. Раунд 7. Три, два, один. Перерыв. 46. Три, два, один. Раунд 8. Три, два, один. Перерыв. И тоже 46. Все, отдыхаем. Надеваем перчатки. Отдыхаем 2 минуты. Надеваем перчатки и на мешок. We'll be right back.
повторить. Эфир слетел и не сохранился. И запись с экрана не сохранилась. Так, ребятки, сейчас у нас, помните, минималистичная, высокотоннажная двойка. Я вам 3 тренировки подряд показывал это видео. Сегодня мы просто закрепляем. Сегодня мы посмотрим еще раз только 3-ю фишку. А первую, вторую мы с вами уже 3 тренировки подряд смотрели. Поэтому на это время не тратим. Кто пропустил, ребят, тренировки все висят сохраненные. Вернитесь на 1-2 тренировки назад и посмотрите внимательно. Все, сейчас 5 раундов, у вас двойка, левый-правый, левый-правый, хорошая двоечка, правый бьете с головой, голову убираете, периодически прощупываете левой рукой, то есть паузы заполняете левым джебом, оп-оп, раз-два, опять левый джеб, оп-оп, раз-два, засадили. Все, 5 раундов по 45 секунд, двойка, просто ставим двойку, приготовились. 45 секунд работаем, 15 отдых, 5 раундов, как обычно. 3, 2, 1, полетели. Раунд 1. Все, все, время, время. Не садится на блесок одиноко, там и свой медведь, там и лютый вова. Раунд 2. Верите, как в правду, то, что рая нет. И я не знаю, как надо и как правильный. Умоляю сердце, не чувствую, стань каменным. Эй, в огне хата, в огне храм. Люди спят, а слышен храп. Три, два, один, будет рам, значит будет бойня. Ведь больно душа, пускай это война. Слишком рано стало с тобой, мать. Война приходит, брат, стоп, один. Чему быть там, раунд не виноват. Палачу меня песнить, Богу миловать. На окна ставни, двери на засов. На 40-40 срок пришел, снул за поясок. Зовет сынов, и это вечный зов. Их жизни тают, словно свечи у образов. Вчера во сне я видел смерть и лес крестов. Сегодня стало понятно, что это был вечный сон. Один. Голова с плеч. Ребят, и помните, чтобы донести двойку до опытного противника, ее нужно маскировать либо выпадами, либо выпадами, либо подсадами. Подсел, выпад. Три, подсел, выпад. Два, маскируем. Один. Раунд 4. Не забывайте маскировать. Притекла, притечет впредь, впредь будет сечь. Эй, сволок, будет петь сволок. Будут хором петь сто сволок. Песню, как за столом. Под капотом табун, как гуном. Вороных табун, прошел за ним пыль столбом. Да земля горит, стали братья, как один за одного. Полный рост, смерть взялась за косу. Начал салют и покос. Колоску, колосок, в чистом поле в окружении черных лесов. Батя с братьями уснули тут вечным сном. И за них пришли отомстить сто сынов. Три, два, один, вперед.
два, один. Раунд пять. Два, один, перерыв. Отдыхаем. Попили воду, отдохнули. И фишка номер два. Хорошо, фишка номер два. Вспоминаем, как он создает условия для своего колена. Просто так коленом ударить в голову, ну, практически нереально, да? Он стоит ровно, его лицо аж вот там где-то. Он создает условия. Он бьет вот этот колхозный удар, размашистый боковой. А в ММА любят дырки, любят проходы в ноги. И вот он вызывает тем самым проход в ноги и сразу ловит на колено. Это ловушка. Ловушка. Поэтому мы пробиваем боковой и сразу после бокового... вылетает колено. Как можно быстрее вот этот переход с бокового на колено. Потому что только он туда вниз упал, ха, я сразу его должен поймать. Видели, я вам показывал видео, плюс работа на лапах в тайгере с тайцами. Он бьет боковой и сразу в прыжке колено. Все, иногда добавляйте апперкот вместо колена. Пробивайте боковой и вдоль мешка сразу апперкот. Вызвали нырок и с апперкота подняли. 5 раундов по 45 секунд. Оттачиваем вторую фишку. Приготовились. Все, помним, бой — это взрыв расслабления, взрыв расслабления. Поэтому взорвались, расслабились. 3, 2, 1. Погнали. Раунд один. I'm a rice, but I'm never gonna give up. I don't care about the path, but the hiccups. I'ma get through now, I stick up for myself and my future. Cause I just want all of this greatness. Cause I'm a champion. 3, 2, 1. Раунд 2. I'm a champion, I'm effective just throughout my damage, man. They wanna be on the same level, but can it really seem to fight this, man? My life works so hard, man, I deal with the situations that just can't be playing. But I push on cause I'm a champion, man, I'm working hard every day. 3, 2, 1. Перерыв. I left in my body, now I'm rising up. Oh wait, to you it's a game, to me it is real. I'm on my path and I gotta go kill, cause I am a champion. Spitting these lyrics right now and I put them out, and this is super ill, but this is real. 3, 2, 1. Round 3. Keep on telling me this is nothing, this is fake. I am blessed, I am great. Man, that's what I say to myself, cause I'm making these waves and I'm making it happen. I'm up in this life, yeah, up in this life. I've been mentally drained, cause I have been losing my sleep. Can I stay all awake while you just put on a mask? Cause you're being fake. Well, I know that I'm a champion, so we don't rest at night. Yeah, we don't resonate, but we never really did. I've been different since I'm a kid. I am a champion, I feel it, don't live in my pop, and I'm rising, I love.
Oh, this is it. This is gonna be my shot. So I grab the opportunity and rise up to the top. Chill, rise up to the top. Can't make it up, I'm ready. 3, 2, 1, перерыв. Don't wanna play this game? Well, to me, that's quite okay. As I've been to the mental war first, so I win this anyway. I am a champion. Chill. I am a champion. 3, 2, 1, раунд 4. Три, два, один. Раунд 5. Три, два, один. Перерыв. Отдыхаем и переходим к фишке номер 3. Сначала ее посмотрим, а потом сделаем. 3, 2, 1. Раунд 6. Не боится. Хорошо, смотрим. С дистанции кидать вертушки, особенно бэквисты с разворота, но все же предпочитает бить рукой на выходе из клинча или в качестве контратаки. Вот эта вот фишка. Бэквист плюс сразу боковой. Бэквист. И сразу вдогонку боковой удар. Вот эту вот фишку. Мнение, как минимум, отчасти ты разделяешь. Видите, он в спаррингах у себя ее постоянно делает. Вот, бэквист пробил и сразу боковой. Смотрите, он первый раз попробовал, не получилось. Раз, два, но это уже был первый звоночек. А потом повторил ее. Видите, видно, что это домашняя заготовка. Против высокого он понимает, что первый удар, скорее всего, полетит мимо. Поэтому нужно продолжать и развивать это. Против высокого он понимал, что скорее всего первые там 1-2 удара будут лететь мимо. Потому что высокий видит, контролирует, оттягивается. Поэтому ему нужна была длинная серия с продолжением. И вот он пробивает бэквист. Сенхаген его видел, ну точнее даже Сенхаген пропустил бэквист. И сразу после бэквиста еще боковой. И напомню сейчас, как работать на мешке. Смотрите, эта фишка, я говорил вам, применяется против убегающего противника. То есть, когда вы там не достали, и сразу вдогонку бам. Либо как он Тори Сенхагену попал, он поплыл и вдогонку добавил второй. Против мешка, который стоит на месте,
неудобно немножко делать. Вы пробиваете бам, немножко неудобно. Поэтому вы можете мимо первый удар пробивать. Мимо пробили, а второй боковым догнали. Опять мимо пробили, шагнули, ударили. И смотрите, шаг после бэкфиста. Вы пробиваете, шагаете и добиваете боковой. Вот вы по инерции, вы не попали, вас по инерции раскручивает. Видите, вы не попали, по инерции раскручиваете, вы делаете шаг и наносите боковой. В общем, можете мимо плюс цель, а кто может приспосабливаться, тот может два. Попал, попал. Пробуйте по-разному. Все, вот таких вот 5 раундов вертушка. После бэкфиста добавить хук. Такого мы с вами не делали. Мы с вами просто пробивали бэкфисты от Валентины Шевченко. С кем у нас там еще был бэкфист? А продолжения у нас не было. А здесь вот именно тан-тан продолжение. Все, приготовились. Три, два, один, погнали. Раунд один. Все, уже работаем, работаем. Молодые, разрывая в клочья от молока, не забыли шлют издалека с дома, мама, и не последняя любовь. 3, 2, 1. Раунд 2. А по небу бегу, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может наш дух, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Нашла коса на камень, идет война на память лет. 3, 2, 1. Перерыв. Нашла коса на камень, идет война на память лет. Радость полными застольями и земными поклонами станем выпьем. И за всех помолчим, месяц полон, мир шатается, язык, ноги заплетаются, вспомним, скажем брат брату нужные слова. А по небу бегу, видишь чьи-то следы. Это может быть ты, это может быть я, это может наш дух, это может нам поют свои. Нашла коса на камень, идет война на память лет. 3, 2, 1. Видели, можете еще хук перед этим ударить. Он часто пробивает хук, после него апперкот. Ой, бэквист и боковой. Попробуйте еще так закрутить себя. 1. Раунд 4. Короче, фишка крутая, вы видели в исполнении Петрояна, но сложно координационная, поэтому давайте развивайтесь. Потом более простой бэквист без продолжения. Для вас как семечки будет. Нашла коса на камень, идет война на память. 3, 2, 1. Перерыв. Ребят, доделаем без музыки, потому что предупреждение за музыку пришло. Доделаем без музыки, а потом запрыгнем в следующий эфир.
3, 2, 1. Раунд 5. 3, 2, 1. Перерыв. Отдыха. Все, отдыхаем. Сейчас табатой закрепим эти три фишки. После этого статика с гирей и финиш на сегодня. 3, 2, 1. Раунд 6. Залетаем, запрыгиваем в следующий эфир. Запрыгиваем. 6 раундов. У нас с вами 6 раундов. По 20 секунд. Всего лишь по 20. То есть 2 минуты работы на мешке. Первые 20 секунд мы работаем первую фишку, это двойка. Вторые 20 секунд, вторая фишка, боковой плюс колено. Третьи 20 секунд, бэквист плюс хук. И четвертый, пятый, шестой раунд, все три фишки. 20 секунд, уничтожаем противника только тремя фишками Петрояна. Все, итого 2 минуты работы. Первый круг мы повторяем каждую фишку отдельно, а второй круг мы все вместе соединяем. Приготовились? Все, слушай музыку, здесь все понятно. Вы сжигаете жир. Улучшаете свою физическую подготовку. Последний раунд. Отдыхай.
Все, ребят, берем гирю 12-16 килограмм и статикой закрываем тренировку. В общем, 45 секунд ходим, гирю держим на согнутой руке. Вторые 45 секунд на другой руке. Третий 45 секунд на прямой. На прямой. И последний, пятый раунд ровно держим. Только не вот так, не на спине у себя. Вы прогибаетесь на пояснице и вот здесь на спине. Вот, таз назад, смотрите, таз подтянули, живот, оп, подтянули. Вот, все, пресс жесткий, спина прямая, плечи работают, все понятно. Приготовились. 5 раундов и финиш на сегодня. 5 минут. Да. Ну, может быть, да. 3, 2, 1. Погнали. Раунд 1. Чтобы кисть не играла, предплечье укреплялось, удар был жестче, конструкция жесткая и удар жестче, как ломиком. Взяли и пробили. 3, 2, 1. Раунд 2. Поняли? Чтобы как ломиком взяли и пробили голову, а не вот такая мягенькая ваша палочка. Там сломалась, там, а жесткая, как ломик. Поэтому для этого укрепляем, ходим. Раунд 3. Раунд 4. Thank you.
два, один. Перерыв. Все, статик. Три, два, один. Раунд пять. Три, два, один. Перерыв. Все, ребятушки, вот такая вот тренировочка Петра Яна. Три, два, один. Ребят, готовьтесь на среду. В среду у нас будет закрепление. Мощная тренировка, закрепление. Много работы на мешке. У кого нет мешка, понятно, что это все будет бой с тенью. В общем, четырех чемпионов, которые мы выучили за последний месяц. Это Валентина Шевченко, Джордж Сан-Пьер, Кори Сенхаген и Петр Ян. Вот по всем четырем мы пройдемся. Валентина Шевченко, Джордж Сан-Пьер, Кори Сенхаген и Петр Ян. Четыре матюка вы новых выучили в этом месяце. А это все сколько фишек, посчитайте, на 3 умножить. 12 фишек нам нужно будет прогнать, проделать, закрепить. Все, а в пятницу перейдем к кого-то нового. Ну, я уже знаю кого. В пятницу у нас будет уже новый чемп, новый, пятый. Нормально мы двигаемся с вами. Уже 14 чемпов в копилке. Все, пока-пока, обнял. Завтра мощная физуха. Завтра готовьте руки, бинтуйте, заклеивайте. Завтра у нас начнется тренировка с комплекса Дениса Семенихина. За 10 минут нам нужно сделать 15 выходов силой и 15 подъемов переворот. На все это 10 минут, поэтому готовьте руки. Мы в прошлый раз с вами посжигали. В этот раз нужно сделать работу над ошибками, все заклеить и проделать. Все, пока-пока.